Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, ну что, давай сегодня просто поиграем, потому что ежедневки я уже выполнил. К сожалению, записать не получилось, так как запись отрубилась ни с того ни с сего. Игра глюканула, в общем, непонятно, что там произошло. Нанесите 20 единиц урона героям бесячества. Так, Фрештарк, привет. Значит, бесячество нужно, да, нам нанести 20 единиц урона. Ну что, давай попробуем. Раз одно задание уже откатилось. Бесячество. Собственной персоной. Давай попробуем, может сегодня получится перейти на 33 ранг. Ну, все зависит от того, как пойдет. Как все пойдет. Угу, нашли. Так, Матвей, спасибо, ребята. Попробуем. Потому что, когда я выполнял ежедневки, у меня что-то какая-то непруха прям была. Просто непруха. Ёк-макарёк. Блин, это еще орех к тому же. Это тебе не хухры-мухры. Ладно, попробуем. На чем он, я не знаю, на хилах, наверное. Скорее всего, на хилах. Так, он прикрывается орехом. Ну что же, ладно. Что же мне лучше сделать? Если я вот так вот поставлю. Посмотрим заодно, могилоед есть у него или нету. Ага. Ребята, он на орехах будет играть. Вот что я тебе могу сказать с точной уверенностью. Пока мне нечего тут поставить. Значит, будем здесь ожидать шипастую лужайку. О, даже как делает. Ну давай я сделаю. А стоит ли? Наверное, не стоит пока. Такс. Давай вот так вот сделаем. Просто хочу посмотреть, что из этого получится. Ага. Ну да, он на орехах. Значит, у него будет надгробие. 100% тебе говорю. Так, ниндзя-зомби. Этого убрали. Так, по идее, сейчас должны быть зомбики у нас. Отлично. Ну, этот нам урона не нанесет. Ну и мы тоже ему урона не нанесли, как ты понимаешь. Хм. А давай я вот так вот сделаю. Вот просто хочется мне посмотреть, что он будет здесь делать. Шипастая лужайка, как я и говорил. Как я и говорил, что именно так произойдет. Ну что, погнали. В минус. Допустим. Окей. Здесь мы можем сделать с тобой вот так. И вот так. В любом случае сможем заморозить. Если, конечно, он что-нибудь сейчас эдакого не придумывает. Так, орех. И вот так даже. Окей. Так, кого бы нам заморозить-то? Ну, давай вот этого заморозим. Окей. Поехали. Это жалко у нас погибнет. Так, а вот что теперь-то сделать лучше? Как... Ага. Ну давай вот так вот сделаем. Так, мы можем с тобой еще, конечно, кровожадность поставить.
Ну, у него... Ага. Вот он как решил, да? Так, что нам здесь лучше сделать? Ну, наверное, вот этого заморозим. Я так предполагаю, да? Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тынь. Ну да, поехали. Этого потом можно будет, в принципе, знаешь, что сделать? Защита сработает? Нет, пока не сработало. Пропустим ход. Угу. Отлично. Отлично. Так, этого уничтожаем. Ну, а дальше все будет очень даже хорошо. Так-с. Заморозим, наверное, вот этого чудика. Поехали. Ага. Давай-ка вот так еще сделаем. Хорошо. А нужен ли он мне? Скажи-ка мне на милость. Давай-ка я сделаю вот так. И вот так. Уничтожает зомби. Так, восстанавливает себе здоровье и вытягивает, соответственно, карту. Так. Ну что, друзья мои. Ну, я думаю, что пока не стоит менять. Этот, конечно, желудь меня немножко подбешивает. Давай сделаем так. Ну и, наверное, вот так. Плюс вот так. Ну что ты задумался? У тебя 100% есть защита. Или что там у тебя еще есть? У него есть защита. У него все, ребят, есть. Все, что хочешь, посмотри. Видишь, что вытворяет? Так. Ну что же. Попробуем сделать вот таким вот образом. Поехали. Защита у него сработает? Нет. У него защита вот где сработает, да? Будет он брать или не будет? Интересно, интересно, очень интересно. Так, ну что, пропускаем ход. Если он сейчас сюда кого-нибудь поставит, это будет фиаско. Потому что все-таки делает вот так, да? Ну вот сюда ему стоит что-нибудь поставить, и все, ребят, я ничего сделать не смогу. И он делает? А, три. Три. Так, два и два. А все, ему крышка, друзья. Ему, к сожалению, крышка. Я тут могу просто тратиться вот так вот.
Поехали. Так, ой, какая крышка-то, ребята. Вот это я, да, я же забыл совсем, что у него стоит защита здесь. Я думаю, что все равно ему тут уже не выкрутится никак. А вдруг выкрутится? Давай посмотрим. Что у него там за интересная карта? Это его не спасает вообще никак. И пробивной. Все, ребят. У нас задание было нанести или выиграть. Выиграть, по-моему, да? И мы выиграли. Бесячеством. Отлично. 305 самоцветов. Ну что, теперь давай попробуем за мою любимую зубостизилу поиграть. Ну как моя любимая? Просто в последнее время я за нее как бы играю. Но этот сезон у меня как-то не особо хорошо получается, ребят, если честно. Совсем не очень хорошо. Так, ну что, у меня тут добор. Грех не воспользоваться, да? Так, два огурца. Но опять же, не забывай, что у него есть кровожадность, как бы. Да ладно, что-то тут слишком много как-то повыпадало-то. О, как. Два. А что у нас получится потом? Два. И все. Только два. Ладно. Кто там тебе достанется? Ах ты гад, он еще и карту берет, прикинь. Ладно, с этим разберемся позже, да? Я так понимаю. Он, понятно, будет прокачиваться. У нас есть и что, груша есть, есть вот это вот. О, как делает. Как же лучше сделать-то? Давай вот так вот посмотрим. Отлично. Пират. Ага, пират, ребят. Ну, соответственно, он мне броню снижает. Он будет следующим, кто полетит в трам-тарарым. Да я не буду, наверное, есть. Че, уничтожаем этого, да? Короче, делаем. Или как лучше тут бомбануть-то? Этого захомячить? Ну вот как тут сделать лучше, а? Друзья мои, ладно, короче, делаем так. И вот так. Там наверняка пират, скорее всего, будет. Угу. Заклинание будет применять, сразу же будем прокачиваться. Ну, ой, ё-моё, давай-давай. Кровожадность там или еще что-нибудь применяй. Амфибии две. Вот это плохо. Ладно, мы хинуться успеем, должны успеть. Так, так и вот так. Теперь кровь из носа, давай хиляться. Так, 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 так. Вот этого на воде, наверное, сожрем. Кровожадность, я не удивлен. Дело житейское. Так, этого тоже
Вот так. Защитушка пока не сработала. Ну ничего страшного. Угу. Вот так вот, да, значит, и делать. Так, у него там может быть, да дофига что может быть. Поэтому сделаем таким вот образом. Да и все пока. О, ты посмотри. Так, ну что, я надеюсь, защита сработает. Так, пока мне здесь ничего не надо. Меня больше сейчас другой интересует. Этого надо бомбить, друзья. Этого нужно уничтожать. Только вот как и чем? Вот в чем беда-то. Вот в чем беда. Так, наверное, есть только. Так, этого голодранца вызовем сюда. Ну и хильнемся. Посмотрим, что у него там еще. У него бочка может быть с кровожадностью, да что хочешь. А, вот он как делает. В меня, что ли, бомбанет? Или сюда? Даже так? Ах ты, ну в принципе, ребят, что? Пока живем. Пока живем. А в чем он там уверен? Неужели у него... Друзья, у него там, скорее всего, прочерк. Ну, давай проверим просто. Просто для проверки сделаем. Терять мне все равно ничего. Да, друзья мои, пират с прочерком. Он знает, что у Забастизилы, к сожалению, нету могилоеда. Понимаешь? Нету, мы не можем уничтожать могилы. Вот в чем большой минус у Забастизилы. Ни могилоеда, ни разрушителя могилы нету. Поэтому очень тяжело играть против могил. Так, ну что, здесь у нас профессор. Ну тоже, ребята, может мне сейчас дать, как говорится, перекурить по полной программе. Вот где вот, вот это вот растение было, а? У меня все было, ребят. Мне нужна была просто комба. Нужен был ландшафт, нужно было вот этот вот корнишон. И нужно было вот это растение. И все, ребята, и разнес бы его там в хлам бы. Но ведь зачем Рэю давать это все? Обойдется он? Это жуткий рандом. Вообще, ребята, очень жуткий рандом. Лихо начинает парень, я вижу. Даже на него как-то тратиться не хочется. Ну, блин, придется, наверное. Ну, видишь, зомбика выставляет. Да, единичку, ладно, фиг с ним. Давай я сделаю вот так вот, например. Бонусную атаку. Он даже не... Бонусную атаку потратил. Вот на это дело. И чего он думает, что... Что все это нормально, что ли, не могу понять. Давай я сделаю так вот. Бонусных атак у тебя больше нету, парень. А если даже есть, то... Не получится, зря ты это делаешь, парень. Никакой бонусной атаки у тебя не выйдет. Да, он, наверное, не ожидал такого эффекта, да? Но 19 ранг, видимо... Новобранец какой-то. Новичок, может так сказать даже.
Давай вот так вот сделаем. Бонусные атаки не получится. Ну, он даже не стал заморачиваться. Так, 2 и 3. Еще пятерочка в лицо сейчас ему прилетит. Не прилетело. Вот то, что он шамансов трех карт берет, это, конечно, не самый лучший вариант для меня, ребята. Ну, если я вот так сделаю. О, как. Это хорошо, ребят, потому что в следующем ходу я его разнесу в хлам. Да-да, именно через это. Хотя у него может быть сейчас... Нет, ничего у него нету. Если сейчас, конечно, не выползет у него могильщик. Интересно, девки пляшут. Ладно. Давай я сделаю так. Я не знаю, кто у него там. Скорее всего, заморозка опять. Ага, нет. Там у него бомбочка. Берет энергию. Так, ну хильнуться-то я хильнусь. Это понятное дело. Ну, две энергии взял. Так, друзья. Надо что-то делать. Надо что-то, друзья, делать. Желательно срочно. Поехали. Кого он может сюда поставить? А, вот так вот. Окей. Все, по-моему, приплыл парень. 7 лицо-то прилетит. Тебе это не поможет. Блин, хорошо, что, друзья, я начал тратить отхил. Я еще думал, может быть, все-таки приберечь для следующего раза. И не решался вот по поводу родничка вот этого хилищего. Но... Видишь, если бы я... Не хильнул бы, у меня бы не хватило бы энергии запинать противника. А так тютелька в тютельку получилось. Ну что, Димурал или Димарал? Кто там такой? Димаруал. Даже вот так вот его увеличать. Не знаю, стоит ли мне вот этих вот оставлять двух. Давай, наверное, одного поменяем. Ой. Ракета. Нет, ну с одной стороны, она может помочь мне, если у него будет тут все заставлено. Собачка. Это охотник, не забывай. Поэтому пока я не буду ничего здесь делать. Сейчас посмотрим. Если он опять что-то сделает, уже будем через хил работать. Настороженно он, настороженно выжидает. Да не буду я пока ничего делать. Теперь у меня есть... Ага, есть. У меня же нужно 4 энергии, блин. Ладно. Безумие выставляет. Интересно, кого он сюда, могилку влепит или что? Так, 4-5, да, значит, получается. Ну, я могу сюда банан, в принципе, поставить.
как бы по факту, да? Поставить банан. Хотя, подожди, 4-5. Нет, ребята. Вот так вот сделаем. Поехали. Пять... Ой, 4, конечно, в лицо нам прилетит. Тут уж никуда не денешься. Чё-то я не понял. 33 раза бомбит, блин. Так, друзья мои, ну что, у меня, оказывается, вылетела игра, а я все дрынькаю тут, понимаешь ли. В общем, там сфейлился я. И у нас, смотрите, задание дня, взгляд в будущее. Попробуйте призвать как можно больше танцующих зомби из стратегической колоды заразительной сальцы, танцевальная зомболюция, чтобы выиграть до того, как солнечник произведет много солнца для ореха в доспехах. Да? Призвать как можно больше танцоров, я бы, конечно, с удовольствием, но вот этого хламона надо уничтожить. Угу, есть заклинушка. Попробуем. Трындец. Ну, в принципе, можно. Вот так вот бомбанем. Надеюсь, от этого будет прок. Попробуем. Что он может здесь сделать? Просто, чтобы, ребят, хотя бы его уничтожить. Давай сделаем вот так. Ага, он берет защиту. Навин Рей, спасибо. Спасибо большое. Так, он знал, да, что так будет? Он как будто бы знал, что так будет. Давай я так попробую сделать. Хм. Так, ну что, 3. Сейчас мы ему тут хорошо навтыкаем, кстати. Блин, сейчас у него срабатывает защита, естественно. А, нет, пока еще нет. Ох, вот это хороша карта, друзья мои. Блин, а если у него... Знаешь, что будет? Вдруг. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успеем воспользоваться, к сожалению. К сожалению, не успел я воспользоваться. Он что, восстанавливает 4 единицы здоровья? Надо что-то делать. Ну-ка. Да ты заколебал, а? Со своими, блин, орехами несчастными. Пять хп у него остается. 5. Давай-ка сделаем, наверное, вот так вот. Конечно, карта хорошая, но не в данный момент. Как он решит сделать? Вот так вот, да? Поехали. Так, у него срабатывает защита, скорее всего, сейчас, да?
Блин, у него сработает защита. Как специально все, а? Танцор у меня здесь сейчас вообще в данный момент перемещает. Куда? Сюда, что ли, ставишь? Что делаем? Ставим этого, да? И вот так вот. Издевается. Он просто издевается. Давай, хана ему. Ему хана. Плешивый орех, а? Да, друзья, мы победили здесь. А разыграйте три приема еще заодно. И ежедневочку еще сделали, которая успела к этому моменту накопиться. Ну что, я продолжаю бомбить за зубостизилу. Блин, так бы уже был бы у нас 4 победы. Оу-оу-оу-оу. 39-й ранг. Это вам не шуточки. Что, будет использовать свой супернавык? Нет. Не будет. Неужели на пиратах чувачок работает, а? Как ты думаешь, на пиратах или нет? Вот так вот ты решил, да? Так вот решил. Ну, здесь, если что, можно прикрыться, конечно, будет. Но вот этого надо как-то выводить оттуда. Где моя колотушка? Вот так вот он решил, да, значит, сделать. Так, я даже не знаю, что лучше и как. Давай так вот бомбанем. Шут с ним. Пускай, пускай все это делает. Ему, естественно, не жить, понятное дело. Так. Не забываем, что он может сделать следующую гадость. Кровожадность она называется. Да? Дела дрянь, друзья мои. Дела очень дрянь. Он там хочет поставить, я не понимаю.
Угу, вот так вот. Ты, блин, серьезно сейчас? Ну как так-то, ребят, ну... Все, нам хана. Ты представляешь ему, как... У меня просто нет слов. Ребят, у меня вот просто нет слов. Именно надгробие, не призыв двух дурачков, а именно надгробие выпало. Именно вот в данный момент. Вот как ты вот скажешь? Чисто случайность? Да я больше уверен, что это все... Вот игра так делает. Вот ты попадешь к ней не в милость, и все. Бесит вот это вот все. Банановая кожура, которая у меня есть, она мне не выпала. И этого чудика я с воды не мог никак оттуда убрать. Понимаешь, что дело? Огурец, капитан, это тоже мне не выпал. Жуткий рандом. Жуткий, друзья. Ну вот что вот ты прикажешь с ней делать? М? Вот что? Вот так вот есть только. Не поднос так, золотуха, ладно, зато они хотя бы мне броню будут набивать. С этим разберемся. Жалко, что этот на воду упал, так бы можно было бы уничтожить его, ну ты понял, да? Так. И вот так. Да и все, пока. Кто ему там выпадет? Панк. Ладно, пускай будет панк. Этого на воде захомячим, чтобы он не мешался нам. Наивный. Наивный. Я опять не вижу ни ландшафта, ни шиша, блин. Где? Это пугало огородное получит сейчас по полной. Ага, вот так вот даже. Вот так вот даже. Амфибии. Подожди, а у него... У него разве не было амфибии? А, это ему магистр кислых щей достал. Где твою налево, блин, мои ланж... Где все у меня? Я не понимаю. Ну, это вот ты зря сюда поставил, это не жить им. Что он там делает? А, шаманство. Шаманство, это да, это хорошо, ребят. Нет, нехорошо. Себе он взял больше карт. Блин, теперь достается это так. Франкенштейн, да? Ну вот видишь, у него арбуз. Мне росток сегодня дадут или нет? Рикошетит, да? Рикошетит. Окей.
Ну и куда ты поставишь своего это? Вот так вот он делает. Как тут лучше сделать? Сделаем, наверное, вот так вот. И вот так. Ну и плюс хильнемся чуть-чуть. Что у него там может быть? Кровожадность, перемещение. В общем, все это мы знаем. Заменяем, да? Угу. Так, ну с этим надо будет разбираться уже, в конце концов, блин. Только вот как? Я же не смогу? Не смогу. Ну все, ребят, тут трындец. Банан пробьет. Ничегошеньки я тут сделать уже не смогу. К сожалению. Ну, один в лицо, ребят. Тут пропишет только шорох. Откуда выкопал-то он этого пугала огородного, а? Скажи мне на милость. Я не понимаю, у меня нету яблока, блин, не выпадает мне хилище. Это не... Где оно все? Ёпрасы-то, блин. Так, носите 20 единиц урона. Я сейчас проверю свою колоду. Чё... Ой, подожди, подожди. Что там не так? Ребят, ну где? Вот хоть одно бы выпало. Этот только один выпал. Вот у меня бананы. Не выпадает вот это ничего, понимаешь? Не выпадает оно. И вот что хочется с этим делать? Просто, друзья мои, какая-то бредятина. Я не знаю, что тут еще придумать. Поехали. Называется «Попал в невезение». Но я все равно, ребят, попробую. Думал, сейчас 33-й ранг возьмем. Взяли, ё-моё, называется. И я заметил, когда долго за одного играешь, тебе начинают выставлять такие команды, против которых, ну, просто хочешь не хочешь, а приходится меняться, понимаешь? Вот хочешь не хочешь, а приходится менять персонажа. А я не хочу в данный момент никого менять. Вот фиг где он вылез, а? Вот что мне прикажешь сейчас здесь сделать? Ладно, поехали, вот так вот сделаем. Не, не будем. Что он там будет жрать, я не знаю, конфетки там набирать, которые будут усилять. Да ладно. На гаргантюахах ты хочешь? Поехали. Допустим. Так, что у него там может быть? Сумоист? Не знаю. Возможно, у него валун будет.
И, блин, серьезно сейчас, а? Пока так. Что я могу еще поставить? Херню дали мне, вот серьезно тебе говорю. Тут чушь. Ну и что ты думаешь, что тебе так просто вот позволишь, что ли, я не пойму. Окей. Кто там у него? Посмотрим. Угу, еще один такой чудило. Так, уничтожает. Окей. Так, пока не будем тратить. Где мои все, блин, ягоды? Что, что-нибудь нормально выпадет? Вот как он меня достал, а? Ага. Увеличивай, да? Увеличивай, увеличивай. Так, здесь уничтожает. Это для Гаргантюахи мы оставим. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Пока все. Самая наивность, блин. Так-с, оставляем. Где ландшафты-то мои все? Да где все карты-то нормальные, блин? Такс. Ага, хилочку приберег, да? Щегол. Хилочку приберег, значит, этот говнарь. Хильнусь на всякий случай, ребят. Ага, вот так вот. Ну и прекрасно. Ага, ну я, по крайней мере, буду знать, что ничегошеньки у тебя нету. Безумие, доставь ты свое безумие.
Так, друзья, убираем этого хламона сюда. Пробьет же, да? Конечно, пробьет. А сколько здесь получает? Минус один, минус один. Давай проверим. Вирус. Не дай бог ему сейчас выпадет карта вирус, ребята. Еще одна, это будет... Нет. Тогда ему кранты. Ты, блин, серьезно сейчас, что ли? Я не пойму. О! Фух, хоть что-то выпало более-менее путевое. Блин, он сдался. Ну, я так понял, что он, ребят, ну пробивной, сам понимаешь, да? Я офигею, это... Карта хилища, где какие хилы? Я вообще не видел ни помидора, блин, ни лужайки хилища не выпало. Вообще ни разу, ребят, какая-то фуфляндия. Вот серьезно тебе говорю, просто фуфло выпало. Ну что вот это вот, что это такое? Твою налево, блин, а? Это против профессора-то. Вот с этим вот играть. Да. И, конечно, сейчас будет Эврику там делать. А, вот как он решил. Я не знаю, что там у него находится, если честно. Будем смотреть. Ага, вот так вот. Ну что, будем уничтожать эту халабуду. Делать-то. Поехали, посмотрим, блядь. Не знаю, что тут. Что он может тут влепить? Ну, это ерунда, то, что он тут тратится. Все равно это уничтожим. Теперь нужно вот с этим разобраться как-то хмырем. Вопрос, что можно сделать? Давай сделай вот так. Например, вот так. Ой, твою налево, ты что сделал, блин, долбань? Ящик, твою налево, ты... Ну, я думаю, ты понял, да? Ты понял, да, мою ошибку? Это только я такое мог чудануть. Только я такой, ребята, мог чудануть. Это трындец. По-другому это не назовешь. Это просто трындец. Ай, вот из-за такой вот глупости, ё-моё. У меня нет слов. Я же метился специально, блин. Он хочет меня вот на этом развести, что ли? Я не могу понять. Так. Погнали.
Так, на что получится? 4. Блин, мне не хватает. Четыре, восемь, блин. Мне тупо не хватает, ребят. Что, он кого сюда поставит, что ли, еще? Ну. Зомби-то ты все равно не поставишь. Так, ребята. Теперь хиляемся, ставим этого, ударяем на 8 в лицо ему. Даже на 9. Даже на 10. И отхиливаем себе 10 хп. И как тут сделать-то лучше? Сюда поставить, бомбануть. Ну, уничтожишь. Так, прокачка. Ну, допустим. Так, ну теперь я точно бомбану. Теперь я точно бомбану. Так, допустим. 22 в лицо, что ли? А, нет. Такс. Проскок. Серьезно? Ага. Что, зарядим? Он ждал. Он, ребята, ждал ландшафт, чтобы поставить вот эту вот варваршу и бомбануть. Но ландшафт ему не пришел. Поэтому мне крупно здесь повезло. Не дождался он ландшафта. Ну ты понял, да, который Колизей называется, или как он там?
Так, бесячество. Начинает опять, а? Начинает опять баловать. Окей, окей, гадюныш. Угу. Закатай-ка губешки, парень. Так, сработает же защита, я так понимаю, да? Сработает. Уберем отсюда этого пугала несчастного. Да, значит. И горшочек. Непонятно с чем. Непонятно с чем горшочек. Друзья, меня больше другое интересует. Сейчас будет, наверное, перемещать. Так, секундочку. Так, тут же паузы нету, а меня там позвонили, отвлекли чутка. Так, что у нас тут происходит? Вытянули неплохую карту. Как я погляжу, да? Ага, вот что он тут мутит. За каждого бесенка он будет получать карту пирата, ведь так? Именно, да? Поехали. Ага. Ну вот за этого бесенка он возьмет карту. Но я сейчас поставлю. Ты понял кого, да? Лишь бы могил не было. Угу. Так, это просто замечательно, друзья мои, что он. Ау, щит, он 8 стоит. Так, за то, что мы карту возьмем, у нас должна быть плюс, да? Плюсик. 2 и 2. Она прилетит нам. Так, прокачивает зомби. Три, 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 9. Так, отхилялись, очень даже неплохо.
Так, ну что, ребят, превращаем их всех, я не знаю, там, в навоз. По-другому это не назвать. Проскок. Ну ладно, пускай будет проскок. Ландшафт у нас все равно еще есть, так что все будет хорошо. Карман шире. Так, ну что, здесь, наверное, поставим вот так. Здесь поставим вот так. И вот так. Глянем, что там у тебя. Рикошет, ну и кого ты отрикошетишь? Его? А, вот так вот даже. Все идет, ребята, отлично. Вот это вот не очень хорошо. А вот это вот не очень, друзья мои, хорошо. Что я могу предложить, предположить? Думай, соображай быстрее. Сейчас мне нужно родник уже запускать. Прячь в надгробие, прячь, твое дело. Все? Только не надо. Ну зачем же ты так? Все? Погнали. Тинс. О, хорошо-то как. Хорошо-то как, друзья мои, кукуруза. Кукуруза. Ха-ха, наивный. Наивный. Ну что, кукурузка-то готова поработать на благо. Так, великолепно. Вот так еще сделаем. Да хоть ты там заставь своих беспилотников. Ты вот этим на меня решил напугать, что ли? Окей. Окей. Да, хорошая битва была, да, на самом деле. Но опять же, друзья мои, без огурца, без суперского этого, ничего бы у нас не получилось. Потому что он бы мне легендарных карт бы не нафармил. Я бы, естественно, здесь бы ничего не сделал. А так как он мне их наделал, и мы правильно расставили, все у нас получилось. Ну куда так жестко-то? Блин, когда мне нужны другие карты, мне нам не угодишь. Ну что это? Не, в принципе, все хорошо, но нету. Как бы тебе объяснить-то? Чем бы захилять? У него 100% валун будет.
Мне так лично кажется. Он уже понял сразу, что на хилах. Хотя 16 уровень, не знаю, понял он или нет. Но, наверное, понял. Опять же, мне нечем хильнуть, друзья мои. Нечем хильнуть. Что делать, вот так, что ли? Я не знаю. Каким вот вариантом? Ой, пожалею, что я вот этого не добил. Ой, ребятушки, пожалею я об этом. Два, три. И кого он на колизе этот хочет поставить? Вот что мне интересно знать, кого он хочет поставить на колизе. Давай так сделаем. Угу. Ну ладно, уничтожил. Ну, огурец главное свое отработал, ребята. Дал мне легендарную карту, в принципе, я об этом нисколько не жалею. А вот кого он сюда хочет посадить, это уже вопрос интересный. И знаешь, что самое обидное? Что я не смогу ничего сделать. Понимаешь? Вот в чем беда-то вся. Поехали. Так, ну что, этого можно куда-то убрать, я не знаю, сдвинуть. Вот так вот он делает, да? Что, погнали? Ой, сюда немножко сместим. Поехали. Сейчас будем отхиливаться. Смотри, как это будет. Десятку он мне нанес. Хоп. Хоп. И хоп. Вот и все. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.